Молитва о больном, которому нет надежды на выздоровление, который мучится и мучит других, дабы скорее был призван к Богу, преподобному Афанасию Афонскому. Такую молитву Афанасий приносил каждый раз, когда предвидел, что больной не выздоровеет, а умрет. Тогда преподобный служил всеночное бдение, и к утру больного уже не было в живых. Преподобный отче Афанасия, изрядный угодниче Христов и великий Афонский чудотворче, во дни земнаго жития твоего, многие на путь правый наставивай, и во царствие небесное мудре руководивый, скорбное утешивай, падающим руку помощи подавай, и всем любезен, милостив и сострадален Отец Бывый. Ты и ныне, в небесней пребывая светлости, наипаче умножаешь любовь твою к нам немощным, в море житейстем различне бедствующим, искушаемым духом злобы и страстьми, воюющими на дух. Сего ради смиренно молим тебя, святый Отче, подданье тебе от Бога благодати, помози нам волю Господню в простоте сердца и смирении творите. Искушение же вражие победите, и свирепое страстей море, да така не мокрено прейдем житейскую пучину, и предстательством твоим ко Господу сподобимся достигнути обетованного нам Царствия Небесного, славяще безначальную Троицу, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.